В последние годы сельское хозяйство в России стабильно показывает рост. С 2000 года сельхозпроизводство выросло почти на 90%. Теперь наша страна полностью обеспечивает себя ключевыми видами продукции. Доля отечественной продукции в магазинах достигает 90-95%. Более того, российское производство поставляется в 150 стран мира. В 2023 году российские аграрии собрали около 1 750 000 тонн фруктов и ягод, и это без учета винограда. Этот результат стал рекордным, на 1,9% превысив показатели 2022 года. Увеличение объемов производства в первую очередь связано с высокими темпами закладки садов и питомников. В 2023 году это порядка 13 300 гектаров. Регионами-лидерами в этом сегменте традиционно являются Краснодарский и Ставропольский края, а также Кабардино-Балкария, Крым, Воронежская, Белгородская, Волгоградская и Липецкая области. Государство оказывает комплексную поддержку данному направлению, в том числе через возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями. Хороших вам новостей!